Кто там, блядь? Сейчас сумоним, сумоним. Я один тыкаю, сумоню. Два челика еще сумоним. Так, вар, короче, пока свичнись, почиль. Ну, вон тот, который. Так, где там? А где малефицист на ком? Или его нет, Навари. или... Навари, я навари. А где, я что-то не вижу. Гильдия, если не тыкнули еще. Не, что-то не видно. А, сейчас. Ты точно онлайн? Что-то не вижу. Погоди. Прогрузится. Я зашел. Он, малефицист. Меняй меня вместо него. Угу. Так, вара тогда кикну. Геншин, что там, надо тебе, не надо рейд, я хуй знает. Вы смотрите, а я там... говорю, типа, мне не отдадут то, что мне нужно, поэтому я в десятке лучше залутаю. А пусть кто сейчас в рейде полутает, что им надо. Так, ну ты сиди, если еще на замене, чтобы бипел. Ну да, я сижу. Тебе надо куда-то либо? Не вливаю. А, ладно. Так, ну два на скай топа остался. Так, два носка тут топа остался. Топа вроде тоже, вот он стоит. Все, пошли ебашить. Одного моба пулю. Сейчас весь треш сначала почистим, с собаки начнем. Посмотрим, кого в куда спекнуть. Побольше депрессеров. Хила 4, наверное, 3 пойдем. Может 4. Вилаша тут в ДД. Я потанчу в этот раз. Ну часик, если за часик успеем, то прям хорошо будет. Вырезочку на свежую голову быстренько сгоняем. Три бота там простые. А этот сам халик, ну приличный, очень тяжкий такой. Тяжелый. Серьезный босс. Там был уже вчера, что ли? Да. Ну я с утра был РША мои нахуй. Ну я на хиле, это пиздец, конечно, дичь. На Элема полутал шмотки. Какой Элем, блядь? Отойдите от босса немножко, чтобы вас не задамажило. Отойдите. Там какой-то маг. А вот эти чарки на лока, они хоть нормальные или вообще? Да нормальные, блядь. На мага хуйня только почему-то. Одна хорошая дает СПД, вторая багнутая. Решай сам. А багнутая, это притон, ты говоришь, да? Нет. Но он все правильно говорит. А багнутая в какую сторону? Хорошую или плохую? Плохую. Так, давай вот этого ебанем, потом того. Так, ну тут маба ебанем. Хуя вы там срываете, блядь.
Зачем второго? Да я клоун. Сори. Блять, забежал. Напуливайте, хули. Я вам могу сказать. Ты где, ты опять шумишь? Отключишь. Вот этого крутильщика разъебите. Так, по сетапу смотрим. Так. Есть призм. Так, миликами будут у нас Акиса и... Так, синтек в сове бьешь. Так, Акиса будет и Брюли. Все правильно. Брюли, ДД есть же у тебя? Да, вроде должен быть. Так, запоминайте, значит, слева начинают милики с танком. Там 12 человек с фиолетовым бафом, вот где звезда. Справа с кружка, ну, с этой стороны, начинают РДД, их 13 человек с зеленым бафом. Значит, звезде, запоминайте, первая, вторая пати вся. Ой-ой-ой, Вадикон, блин, надо тебя свичнуть куда-то. Так, ровит в кота, сейчас подожди, свичнем. Давай с Брюлю свичну. Тогда еще челик нужен. Ну кто это тогда будет? Не люблю щиты, что ли? Да, не люблю щиты, ты будешь прыгать ДСшником. Значит, первая, вторая пати вся. И не люблю щиты и Акиса. Акиса в Энха. А не люблю щиты в ДЦ. Хилят 4 хила. ДЦ, Айновен, изображен с бидоном. Вот. Третья, четвертая пати вся зеленая. И хилы 3 зеленых, кроме ДЦ. Акиса и не люблю щиты фиолетовые. Пятой пати 3 человека зеленых, 3-4 зеленая, 1-2 зеленая, 1-2 фиолетовая и не люблю щиты и Акиса фиолетовые. Запомнили свою хуйню всю? Вот, ставлю рыбу. Рассказывать им или не рассказывать, как тут можно лохануться, блять? Где бидон, кстати? А вон там где-то. Все, были тут, это самое, как обычно, веду там спиной к стене. Ну давай, кто у нас там? Может сейчас пати перекину, давай. Самые крутые. Так, Рарник, Малефицист. Так, вот сюда в первую пати. Так, ну и Вилаша, наверное, давай с Равистом свичну. Вторая пати, вы выбегаете этот самый вправо, то есть по ходу движения туда, сейчас покажу куда. Вот в сторону туда ромбика, в ту сторону я буду отводить. Вот, а первая пати, вот примерно собака, если вот тут вот стоит с пула, да, вы выбегаете в сторону, это от гейзера, в сторону треугольника, вот сюда примерно выбегаете. Вот. Вы первая пати бьете в левую ногу, вы остаетесь у босса и отбегаете в треугольник. Вторая пати, вы бьете в правую ногу и выбегаете в ромбик туда, наперед движения собаки. Это от гейзеров. Не люблю щиты конкретно для тебя. Ты был тут, не был, я уж не помню. Ну, где-то в районе Луны тусуешься, подальше от этой всей залупы, чтобы ты не сдох. Блять, ты у меня сдыхал, по-моему, по КД, нахуй. Я хочу, чтобы ты не сдыхал. Ну, а киса там, куда хочешь, убегай, тоже смотри, не сдохни. Ну, все, короче, хули вам тут еще это самое. Давай посмотрим. Так, здесь сейчас звездочки находятся. Первая, вторая пати и Акиса и не люблю щиты. Все остальные в кружке стоят сейчас. Призен, ты где? Призена нету. Призен. Ну, с дыры бы сидит. Призен, ты тут?
Он вылетел. Сейчас подождем минутку. Есть он, нет? Ну, в Discord же он перезашел. Вроде уже. Не смотрел еще. Призм, ты там заходишь? Вылетел. А, вон он. Сейчас минутку подождем, зайдет. Так, вот он, призм зашел. Еще раз проверка. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. И все под правой ногой. Похуй, главное не сдохните. Главное не сдохните. Про гейзеры в курсе, да? На ком будут сейчас, типа, то на следующий раз на взрыве рельсов уже будут следующие гейзеры. Я там нихуя не вижу, так что все только от вас зависит. Вот сейчас на миликах вроде как вижу. Минус 3, играем дальше пока. Остальные не падайте, блядь. Обстрел смотрим внимательно. Идите или умрите. Вы умрете. Ой-ой, это я нуб нахуй. Берегитесь. Фу, этот словил, как он называется. Короче, я буду под левой ногой, раз вы никто не хочет там быть. Умрете. Кто там был? Призен, Брюли и Малефицис, да? Первые, три. Все, ложитесь. Бе, можешь тоже тогда ГП накинуть, там ты поймал. Кто? Кто конфликт поймал? А, Зубраджин? Ну да. Да, Зубраджин еще. Луч, наверное, не того цвета стоит. Не, еще с конца. Я, блядь, нахуй словил этот ебучий эфир. А, время обстрела. Так, Зубраджин, метка тьмы. Это что? А, подожди, сейчас полученный урон гляну. Зубраджин. Полученный урон, метка тьмы. Колодец тьмы. Но ты же зеленый должен быть меткой. Удивительно. Луч тьмы. Не, ну луч тьмы это уже, это получается, ты зеленой меткой ловишь луч тьмы. Или ты с фиолетовой был, Зубраджин, я что-то не помню. А, ну все тогда. Ладно, первые, кто четверо, ну трое упали, потом я сдох от сокрушающего, ставлю рыбу. Четыре человека лутанули за этот вайп. Так, их торка. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы там кто-то озвучиваете нахуй, потому что я стою, у меня прям камера в стене, я только свою спину вижу. Говорите там.
на ком чё, гейзеры там, хуй знает, тихоню пиздите там, блядь, важную для рейда. Если хотите, конечно. Ну вот, гейзеры были, я так понял, на РДД. Хант, мистери чилят. Скоро обстрел, готовимся. Обстрел. Бегите или умрите. Сокрушающий удар. Так, метка на брюле. Смотрите, там дамаг поделите и служи выйдите. Если надо будет отвезти, скажите мне. И выйдите служи. Если место хуёво, скажите, я переведу. То я не вижу нихуя. Гейзеры были на РДД, если чё. Берегитесь. Главное, об кости не заруинитесь, парни. Так, сейчас я проведу. Не люблю щиты чилить нахуй. Нихуя ему не помогает. Обстрел, смотрим лучи внимательно. Не словите эту залупу. Луча, конфликт. Не словите. Берегитесь. Немножко осталось, давайте. Так, ой, да подхиливайте. Так, сокрушающий. Хуярим, должны добить. Еще будут обстрел, надо его пережить, не словить конфликты, нормально добьете. Берегитесь. Я тебе навин мертвый, это хуево. Ну, милики нахуй. Вы что, блядь? Ладно, бейте, 8 РДД есть, должны добить. С метками только не сбегайте. Так, незыбку дал, лям добиваем 800 тысяч. Так, выйду оттуда. 100 тысяч. Все, добили. Ну, почти с первого. Да ну не, ну какие, блядь, два пояса? Ну идите нахуй с такой везением. Не, да, два пояса. Саня ГЦ. Поиск. Хорошо. Обоссанный посох надо кому-то? Ну, ханту надо. За лупу, блять, а не игра нахуй. Согласен. На ДК танка не выпадает. Сейчас с глубоким раном тебе. А я со скоростью забрал. Так, разбойник на кого бог пошлет, нахуй отдал. Так, запястье, что там? Быстрое восстановление. Это синтек, надо тебе эту хуйню? А где синтек? Он вообще в рейде. Какие запястья? Это пояс. Пишет запястье. Запястье. Чё там? Синтек. Синтек, тебе не надо эту хуйню? Я чё-то не вижу. Где он там, блядь? Есть такие? В одикону туда закидываю. Делай хила. Так, тапки. Нихуя себе. На танка что-то выпало. Что это там? Здоровье 5 секунд. Это хуйня, да, наверное? Надо кому-то это? Можно паролить. Можно паролить. Ну, это нажимайте, кому надо. Сейчас посмотрю, кто нажимает. Так, живу здесь. Энновен. Ну, стресс.
Так, ну забираю же его здесь. Так, два пояса, да? Так, 3% скорости. И что это? И баровский. Глубокие раны. Ну вот этот с глубокими ранами кому надо? Сейчас посмотрим. Ну там, ну стресс нажимал я на вену, не хофспек, я их в танке не видел. Пускай у тебя будет. Так, малефицист, тебе надо эту хуйню, эту чарку? Ну, конечно, блядь, я ухожу, выбиваю уже 13 кд, блядь, а ты где-то пояс кормил. Так, забирай. Смотри, я тебе тот пояс отдал, нет, не тот. Это просто... Да, дай мне его. Ты мне не тот пояс отдал, да. Этот, с 3% скорости, дай этому... Кому? Рарнику? Рарнику, да-да. Я там паролю. Там просто аддон отдает первую, она сверху лежала, этот пояс. Ну все, пошли на второго босса. Теперь у тебя что наварить? Две чарки, да? Да, две чарки. Сейчас посмотрим, что по хилу. Так, ты синтек стопудово в хила. Акиса в ДД. Хотя подожди, Акиса. Будь в хиле, будь в хиле. Ты шестой будешь хил. Акиса. Так, тогда выкинем кого-то. Давай, не люблю щит. Или кого синтека выкинем. Давай синтека выкинем. Чтобы у вас три тотема там было. Вот синтека выкинем. Синтек в хиле и пятая пати в хиле. На этом боссе самое главное, что я от вас прошу, вот рыба. Это первое. После 50% босса выносите проклятие в сторону право-лево. В сторону право-лево, в сторону прыжка и звезды. Вот сюда, за решетку. На решетке не срите с проклятиями. Касается миликов, тоже право-лево выносите. Как действовать на дыхание? Дыхание идет 5 секунд, дамажит по всему рейду, босс вокруг себя крутится. На дыхании, помимо того, что 6 хилов вас хилят, вы еще и помогаете. Этот. Ну, рарник там хуй знает. Под первое. Давай на свое усмотрение, там мастера пускай у тебя будет, а на вен ты уж только сокру наконец оставим с тобой с незыбкой. Я потом отдам. Ага. Остальные, значит, этот. Так. Давай-ка мы вот так свичнем. Пояса сюда. Так, сюда вот так еще. Вот, у вас четвертая пачка, значит, все локи. Поглощение теней, койл и похищение жизни на дыхание обязательно кастуем, чтобы по вам заходил дополнительный захил. Сова, если видите хуёво, дерево синтек и водикон, если видите хуёво, то даете спокойствие. Так, прист у вас там послабее в четвертой пати. Пэсы посильнее, он магов ханта подхилит. Кто там уфнулся? Акиса. Сапрота, давайте обмен войду. Саппорт обязательно берите все, то подохнем нахуй. Самое главное, вот эту подхилку кастуйте. Ну и призом там, смотри, цепушку дай там на этом, как он называется, на дыхании. Разок другой, два раза кастани. Помощь неплохая будет. Ну у вас не хилится только этот хант. Два мага не хилится. Маги там щиты, маны, не жалейте на эту хуйню. Главное, чтобы вы не сдыхали на дыхании. Все, остальное босс изи. Так, сейчас сопроты подаю. Ну, соответственно, вары топая, вы знаете свою хуйню. Вары просто защитную стойку тыкайте на дыхание, чтобы 10% урона снизилось по вам. Это хорошая помощь хилам будет. Ничего страшного, на 5 секунд тыкните. Вот. Рарник там флешку по себе. ДКшники там сами знаете. Не зыбко с панцирем антимагическим чередуйте. Так, ну что там, все готовы? Так, Вихторка. Так, вроде все готовы. Там только Геншин на замене. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Так, я по топе истерию дал. Надо было провести, ну ладно.
Готовимся дыхание скоро будет. Давайте. Вот дыхание захиливаемся. Захилимся. С черного говна выбегаем. Нормально. Выбегаем. Захиливаем дыхание. Забываем про ДП, захиливаем дыхание. Скоро фаза. 3% готовимся. Тьму забери. Фаза пошла, уже эти пидоры с портала там пощелкайте их. Так, еще чуть-чуть и скоро гиру думать, готовимся. Так. Зауешите в мелизоне. Зауешите в мелизоне быстрее. Шалфир, готовься. Проклятие вынесли с решетки. Вынесли с решетки. Вынесли с решетки быстрее. И сразу вышли из бубликов. Вышли из бубликов. Вышли из бубликов. Вышли с них, чтобы вас можно было хилить. Геру давайте. А, уже есть. Шалфир на хп. Шалфир на хп. Так. Призом. Призом вставалку. Сразу баф ему. Вы это. Проклятие вынесли. Брюли, стоишь в бублике, выйди оттуда. Ну, сука, стань сбоку босса. Все, готовимся, скоро погружение. Возле бубликов стоим недалеко. Два ляма на боссе. С черного пола выходим. Даю незыбку, короче. Переживаем это дыхание, готовим, сейчас будет погружение. Нет, 800 тысяч, успеете, думаю, добить. 300, 400 добиваем. Так, ну, так, на следующем боссе этот самый Акиса давай в ДД, а Синтек в хиле оставайся. Акиса подамажит лучше. Так, что там выпало? Жезл кому надо. Так, Бонсай, Шалфир. Ну, если Бонсай нужен, ну, стоп, бери, дай ему. Ну, у него 30. У меня 45-й, нахуй. Да, давай ему. Я с ним сижу, блядь, сколько себя знаю. Я типа вещи на подсос сейчас сбираю все, так, которые никому не нужны. Так, выпало что? Грудь какая-то? Я понимаю, что у нас магика, но, блядь. Обоссанная грудь, надо тебе этот шелфер? Не. Обоссанная грудь? У меня Т4. Ну так, чисто. Ну, можно на холика, ладно, закинь, если она никому очень не нужна. Так, ну тут бонсай, не люблю щиты, нажимают. Ну, 10 нажимает. А, ну, кидай. Если вдруг. А, не любишь ты, короче. Так, пояс, что это там? Рейтинг скорости. Что это вообще за хуйня? Это ткань, дух. Это хуй знает на кого-то. На холи приста, блядь. Да на афлика было. Хорошо. Ну он с критом, бля, я хуй знает. Дух крита, зачем этот пояс? Ну, Равист. Равист на сову, наверное, хочет. Их торка. Не люблю щит. Геншин уже нужен был, да, вроде? Не знаю. Ну там 3% хосты, нахуй. И кому с вас сдать эту хуйню? Не люблю щиты или вихторки? Потому что на сову как залупа выглядит. Да, не, на сову нормально. Не люблю щиты, тебе надо эту хуйню? Ну, мне на холик ради хосты. Ладно, на, короче, там, если передумаешь, там, это вон Вихторка ролил, и Шалфир, и Равист вроде на сову, наверное, хотел, хуй знает. Так, дальше что это выпало? Это грудак, латный, защита, мастерство, количество брони. Наверное, забрать, чтобы вдруг потом крутануть себе. Не надо же никому. Я возьму тогда, пускай, может быть, как-нибудь крутану себе ДК-шную чарку. Так, что это у нас? Ткань, грудь, рейтинг скорости 3. Залупа какая-то, блядь. Это что, тоже, да? Не люблю щиты. Я тебе какую-то отдавал тоже. А, там СПД было? Ну на, короче, тоже эту хуйню. Если надо будет Шалфиру там или кому-то с них, да, там одна с СПД, а одна 3% хосты. Одна на ДЦ, одна на холика, все правильно. Ну там, как хотите. Хуйня шмот все равно. Лучше с какой-то чаркой. Так, на этом боссе очень все просто. Зеленый круг под боссом отбежали. Метки в
вправо-лево к стене в угол вынесли, блядь, и эфир отвернулись. И пиздец, и диспел. По диспелу очень просто делаем. Значит, так, Рарди, помогаешь додиспеливать в ретрике, там, что ближе миллизона. Все три приста даете масс-диспел по одному разу. Ну, и шалфир, в принципе, у тебя ДПС поменьше, и помогает точно диспеливать. Масс-диспелом не заебывайся. Вот, не люблю щиты. Один диспел дал, и дальше щитуешь. Все остальные 4 хила хилите. А навен не диспелит. Вот, имейте в виду, три приста, рарник, на вас вся хуйня. Все, это самое. Проверка. А я что-то прослушал, какой мы тактикой. Сейчас, секундочку. Стоим на месте или крутим? Тактика стоит, босс стоит так, как сейчас к нам, только спиной. Ну, могу боком поставить, в принципе, чтобы хилам было проще. Или, наверное, достаешь мне хилить обычно, я что-то не помню. Достаю. Ну все, значит, это самое. Если место... Право-лево просто. Да, право-лево. Куда, сука, душе угодно. Когда место засрется здесь у ворот, у левого, у правого угла, когда засрется место, и скажете мне, я отведу босса. Я думаю, что просто какая тактика, блядь, все по-разному делают. Все, самое главное, отворачивайтесь, нахуй. Кто не отвернется, тот пидор. Все, чек на пол. Блядь, или поддержу. Был. Поддержу. Еще раз чек на пол. Отвернулся заранее, на всякий случай. Пожалуй, не буду. Викторка и Рарник. Давайте ебанем этого гуся и пойдем РС-ку Герна, дай ебанем. Видос людям потом показывать. Все, погнали. Немножко отведу. Метки вынесли. Отвернулись. Отбежали. Умрете. Челика там зафирьте хантам, блядь, и диспельте с него. Если кто фир словил, их надо 25 тысяч захилить. Метки вынесли. Или не было еще? Наебал. Метки вынесли. Отвернулись. Отбежали. Метки вынесли. Диспелим. Отвернулись. Захильте пацана, кто там фир словил. ПС захильте, не проебите его. Все понятно. Отбежали. Если места мало будет, скажите, я отведу. Метки вынесли. Отвернулись. Мистери захильте. И бидона не проебите, захильте. Хильте его все 5 хил. Мистери захильте. Далеко. Ой, вот фир по КД, блядь. Метки вынесли. Отбежали. Немножко отвел там, отвернулись. Поближе немножко подойдите, хилы, чтобы меня доставать хилы. Метки вынесли. Так, что там? Отбежали. Отвернулись. Захильте ханта его декона. Фир словили. Метки вынесли. Да, пошел я нахуй. Бля, какие классные штаны.
Руки охуенные, смотрите, лап. И башка на ДК. На стресс надо где-то? На нонсет штаны? Да я его даже не знаю. У ШП на нонсет уже. Надо или походу, надо? Мага тоже. Да не, не надо. Ну, десятку поставлю, если никому вообще не надо. Видимо, не выбьют, так, а живу здесь тебе точно надо эту хуйню, да? У тебя такой есть? У меня есть дрелебой, наверное. Дрелебой слабее, чем палач, но я шлем собираю, поэтому могу вступить на стресс. Так. Ну надо стресс, хуй знает, ты хотел. Так, что это? Пояс с чем, блядь? Чё, ну три... чё, ретрики какие-нибудь его стыбзят? А хуй знает. Ты имеешь в виду вот это? Крит хаст, в принципе, хорошая хуйня. А, нет, тут... Ну да. И там ещё дополнительно хаста. Или на инха. Или на инха, да. Ну, ретрикам не надо, у них там классовая чарка. Ну, он синтек хочет. На синтек. Так, что это, блядь? Перчатки. Вспышка света. Это что, ДЦ, хулиприз, да? Хилы. Это хулипал, это лата. А, это лата, нахуй, ебать. А, точно. Хулипал, ай, наверно. А у тебя какая чарка? У тебя такая есть или у тебя другая? У меня другая. Ну, ГЦ тогда. Она у тебя тоже на перчах или на другой хуйне? Мне бы в идеале на ногах. И это круто. О, ебать, смотрите, что мне выпало. Голова, нахуй. Ну нихуя себе. О, ГЦ, это что я хотел прям. Я же всегда еще через бошку с леди собирался. Но тут, блядь, мастерство. Что это, как получается? Рунический удар 50%, барьер рунический. Ну короче, надо мне нахуй. Там еще и звезда в голове, во лбу. Это вообще пиздец. Ебать, просто, блядь, бомба нахуй. Ну и что это? Крит? Что это, ноги, ткань? Я по себе взял, если кому не нужны. Нонсет носятся штаны. Так. Бля, я вот думаю, мне брать на мага или нет. Понимаешь, у что тебя вроде есть нонсет руки. А у меня нет нонсета. Ну, в плане, типа, у меня без чарки нонсет. Так, ну вот тут надо подумать, нахуй. Сотку нажимает синтек и шелфир. Шелфир твинг. Вот, синтек, что скажешь? Я как бы тоже мог сотку нажать, но я просто не ебу, типа, блядь. Кожа есть хорошая. Да, кожа. Тоже и... ноги. А на мага, здесь. Блядь, что, парни? Подскажите, пожалуйста. Нет, но я имею в виду, что здесь на сову кожа падают ноги. Да, этот самый синтек. Ну что, дадим присту, и Вихторка еще 50 нажимает. Ну, Вихторки там этот сетовая. Я нажал просто потому, что мне не надо. Тогда присту дам. Ну, тебе кожаный, ну, я думаю, не сильно к спеху тебе будет. Давай, я присту лучше дам. У него там говно какое-то 230-е. И тем более, он, если крутанет ее, то чарка на его класс будет. Там на кожу же не выпадет на приста чарка, там же только на друида выпадет. Я к тому, что через вот этот все сейчас ИП даю, 1400. Значит, Эвилаша, сейчас я назову, я сформирую, сейчас оставайтесь ready, кто RS-10 гир хочет. Сейчас сидите, блядь. RS-10 гир, сейчас пойдем. Не расслабляйтесь, блядь. Там тяжело будет. Так, я протонусь пока. 1400 я дал. Это самое. Кто хочет посмотреть, сидите тут. Синтек там, не уходите, не офайтесь. Значит, Айновен, синтек. Сейчас я скажу. Там 3 хила надо.